Ну никак не могут успокоиться жулики. Это и неудивительно, деньги нужны каждый день. Вот и приходится изобретать все новые способы обмана. Вот вам новый развод в марте 2020 года. Вы видите на телефоне пропущенный вызов и, соответственно, перезваниваете. В ответ слышите удивление и просьбу не звонить больше. Через время еще раз увидите пропущенный с этого же номера. Когда вы перезвоните второй раз, услышите новое высказывание с использованием идиоматических выражений в свой адрес. И требованием «оставьте меня в покое». Но раз вы с первого раза не поняли, то вы будете наказаны и должны перечислить определенную сумму на указанный телефон. Дальше на ваш телефон начинаются бесконечные звонки с неопределенного номера. Алло? Я иду к тебе, моя прелесть. Привет, мама. Привет, моя прелесть. Задумка в том, что заблокировать неопределенный номер вы не можете, а задалбывать вас будут целый день. Возможно, кто-то сдастся. Решение. Звоните сразу вашему оператору, например, Киевстар. Услуга «неопределенный номер» платная. То есть для того, чтобы спрятать свой номер, вы должны заплатить оператору. Но оператор всегда видит все номера и сможет заблокировать мошенника. Подпишись и ставь лайки, иначе я приду к тебе через 7 дней. Алло? А что? Колизей? Хер с ней? Алло? Так, но слышь... Что? Так слышно. Немного? Так лучше слышно. Да, прекрасно. 7 дней. А 7 дней? О, боже мой, я умру в понедельник? Да. Понедельник – это 7 рабочих дней. Ты умрешь через 7 дней. То есть 7 дней с этой минуты? У меня часы сломаны, как мне узнать точно? Не парься, через 7 дней с этого дня. Но скоро будет праздник. Праздник считается за день? Смотри, какой праздник, точнее. Мартина Лютера Кинга. Тогда нет. Почему нет? На работе у всех выходной. Господи боже, я даю вам ровно 7 дней. Потом я приду к вам и убью к чертовой матери. Плевал я на праздник.